вас есть перестановка. Докажите, что любая представима в виде произведения двух инволюций. Инволюция – это перестановка, которая, будучи выполнена два раза, все возвращает на места. Другими словами, инволюция – это несколько независимых транспозиций. Сумейте, пожалуйста, вот этот вот цикл, или, соответственно, вот этот вот произведение этих трех циклов, представить в виде произведения двух инволюций. Итак, теорема. Любая перестановка представима в виде произведения двух других перестановок, которые, если два раза сделать такую перестановку, все поставят на предыдущее место. То есть все вернут на место. Ид – это identity. Все возвращает на свои места. Перестановку называют инволюцией. Если выполненная два раза, она все возвращает на место. Ну, например, транспозиция 1-2. Два раза сделаешь, один перешел в два, потом вернулся на место. Или такая перестановка 1-2 и 3-4. То есть 1-2 меняет местами и 3-4 меняет. Или что-нибудь в таком духе. ID – это первые две буквы слова тождества английского. Identity – тождество. Все возвращает на свои места. Да. Равно ID. Identity – тождество. Тождественная перестановка. Любая перестановка сигма представима в виде сигма равно альфа умножить на бета, где альфа и бета – инволюции. Конкретно решите эту задачу для двух, для вот этих вот наших перестановок. Также она решается и в общем случае, так что разница невелика. Это не числа, это перестановка. Придумать такие две перестановки, что циклическая перестановка, вот эта, перестановка, а единица переходит в восьмерку, 8 в 2, 2 в 3, 3 в 5, 5 в 4, 4 в 6, 6 в 7, а 7 в 1. Вот такая вот перестановка, чтобы была представлена в виде композиции двух инволюций. Эту задачу на Олимпиаде формулировали следующим образом. В некоторой замечательной стране власти запретили сложный обмен жилья. Сложный обмен – это когда человек, который жил в квартире номер один, едет в квартиру номер восемь, тот едет в квартиру номер два, тот в третью, тот в пятую, из пятой в четвертую, из четвертой в шестую, из шестой в седьмую, а из седьмой в первую. Власти решили, что невозможно такое юридически фиксировать, вот, и разрешают только обмен по принципу, вот там два человека приходят и говорят, хотим поменяться. Это понятно. Это разрешено. Там, такие два человека. Или несколько, да, вот, вот одна пара, другая пара, еще третья. Это пожалуйста. То есть парные обмены и несколько за один день разрешены. Требуется сложный обмен провести за два дня. В один день несколько пар людей поменяются квартирами. И в другой день несколько пар людей поменяются квартирами. Оказывается, что это будет.